Если вы сейчас задумались и еще не позвонили, возможно, вам подсказывает ваша интуиция, что я наш опен-шоу приготовила для вас подарок и сюрприз. Хотя я даже не знаю, можно ли назвать это сюрпризом. Действительно, на опен-шоу лично я всегда готовлю вам уже собранные комплекты, гарнитуры, чтобы вы на любой случай своей жизни могли сочетать изделия. Посмотрите, какое великолепное кольцо, как здорово оно смотрится. Действительно, очень оно необычное, очень оно интересное. Вы видите, как оно здорово переливается. И, безусловно, это изделие для любителей, скажем так, классики и простых, классических, привычных ювелирных изделий. Посмотрите, давайте сейчас будем его разглядывать подробнее, а точнее я сразу его примерю. Я хочу объяснить вам, что лично мне симпатично в этом кольце. Я ценю, когда у кольца такая плотная шинка. Посмотрите, какие дутые плечики. Конечно же, сразу же идет идеальное сочетание, гармония с сережками одноименными Мелисса. Мне, конечно, нравятся такие дутые плечики. Я люблю. Это сразу говорит о качестве, об уровне ювелирного изделия. Возможно, вы не всегда рассматриваете именно такие детали, смотрите в основном фронтально. Но, собственно, для этого я вам и нужна. Я ваш личный стилист ювелирный, поэтому обращаю внимание на такие детали, на которые обычно мы не смотрим. Для того, чтобы вы, дорогая телезрительница, умели выбирать ювелирные изделия, для того, чтобы у вас в шкатулочке было все самое изобретение. И это великолепное кольцо с бриллиантом практически сегодня является самым доступным лотом эфира и даже нашего эфирного дня. Знаете что, мне кажется, таким кольцом можно даже делать с таким кольцом предложение своей любимой. Безусловно, это кольцо, которое выглядит как кольцо золотое с бриллиантом. Вот такая вот классика жанра. Выглядит как золото с бриллиантом, а стоит как серебро, даже доступнее, 890 рублей. О чем можно раздумывать? Объясните мне. Давайте с вами увидим здесь пробу. Вот она, клеймо завода-изготовителя. И более того, сейчас я вам покажу это в паре, для того, чтобы вы видели, что у нас есть для вас готовый гарнитур. С очень нежным названием Мелисса. На мой взгляд, это безумно красивое женское имя. И это такой же нежный, красивый гарнитур. Я, безусловно, могу представить любую практически женщину в этом гарнитуре на даже самом-самом радостном торжестве. Вы представляете, я сейчас прикинула, милая женщина, вот это да! Ведь весь гарнитур Мелисса сегодня стоит всего лишь 1880 рублей. Вот это да, такая классика жанра, которая никогда не устареет. Дорогая телезрительница, вы, безусловно, будете всегда на пике моды ювелирной в этом гарнитуре, потому что здесь у нас классическое сочетание золота с белым бриллиантом, но все это у нас гораздо доступнее. Это позолота, причем позолота у нас с фианитом. Фианит, как известно, младший брат бриллианта. Не надо недооценивать этот камень. Я знаю, что есть телезрительница, которые, скажем так, с некоторым скептицизмом к нему относятся. Надеюсь, это не вы конкретно. Потому что я еще раз хочу ваше внимание обратить на то, что ни один специалист без оборудования невооруженным глазом не отличит фианит от бриллианта. Ну а наша модель Ксения не хочет расставаться с колье Муза. Посмотрите, какое потрясающее сочетание. Вы можете дополнить свой заказ, если вы уже заказали колье Муза, до суммы 3900 или больше и получить бесплатную доставку. Да, эта акция у нас по-прежнему действует. Мы предлагаем вам все больше и больше возможностей сэкономить. И ваши возможности сэкономить шоп-н-шоу безграничны. У меня есть информация, что огромное количество звонков поступает в наш колл-центр. Посмотрите, пожалуйста, размерный ряд пока еще имеется от 16,5 до 19,5. То есть это колечко могут позволить себе и очень нежные, элегантные особы, миниатюрные и самые шикарные дамы. Мне подсказывают, что у нас есть буквально несколько свободных операторов. Надеюсь, что вы сегодня приобретете именно гарнитур. Дорогая телезрительница, давайте еще раз вместе с вами. Вот лично для вас я посчитаю выгоду. Гарнитур Мелисса сегодня стоит
всего лишь 1880 рублей. Вы экономите 1500. Это такая доступная цена на гарнитур, который смотрится как классический комплект из золота с бриллиантами, что искать дешевле просто нет смысла комплекта. Просто бессмысленно. Вы лишь потратите свое время, и более того, еще и этих у нас не останется. Представляете, вы можете смело заказать сейчас два гарнитура и заплатите все равно меньше 4000 рублей. Получите бесплатную доставку. Обрадуйте себя и свою дочку. Ведь это так мило и трогательно, когда есть одинаковые украшения у дочки и у мамы. Я вам могу сказать, что у нас, мама, есть такое изделие. У нас с ней есть подвесочка. Одинаково, абсолютно идентично у нее и у меня. Связано это с тем, что вот мы сейчас живем в разных городах. И точнее даже в разных странах. Знаете, в этом есть какая-то особенность. Хочется иметь какую-то, скажем так, связь с самым близким человеком в своей жизни. Так вот, свяжите себя этим комплектом.